Владимир Васильевич, будьте любезны общий комментарий помочь. Я скажу, что мы так с ребятами договорились, да, бороться, в общем-то, в каждом матче, играть до конца. Этот чемпионат получится у нас попасть, получится, не получится, но мы стараемся, выкладываемся в каждой игре. Там в Минске играли, в принципе, неплохо. Там судьи немножко ошиблись, но там гол забили, которого как бы не должно было быть. Может быть, и по-другому бы там сыграли тоже. Ну, а сегодня тут все получалось, ребят, то есть там везло, да. Три гола защитники забили, так что первые эти голы. Вот, и как бы так вот и закончили эту игру, там, когда повели уже. Там. Немножко было напряженно, когда стало 2-3, но тут опять забили гол, этот четвертый быстро. Поэтому и доиграли хорошо. Так ребята все старались, выкладывали 7 минут. Я оннittelut Tapparan voitosta. Поздравляю вас с победой. Varmaan syy siihen, että tänään me hävittiin, niin oli vastustajan tehokkuus. Se oli todella, todella teräviä maalipaikoissa ja pani kiekkoon bussiin, kun oli tontti ja meillä oli vähän tehottomampaa toimintaa. Tietenkin siinä sitten 2-3 maalin jälkeen tuli meillä taas päinvastainen ajatus kuin heillä, että tämä kääntyy vielä tästä. Mutta sitten otettiin turha jäähy. Ja valivoipeli meillä on ollut aika heikkoa viime aikoina ja aika nopeasti oli kiekko verkossa. Noin paljon kun menee maaleja omiin, niin pelejä ei voi voittaa. Näin se vaan. Simppelisti ottaen menee.